Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, и это рубрика «Разоблачение фейков в PUBG», уже 55-й выпуск. Для тех, кто смотрит впервые, в нем проверяем всякие странные видео по PUBG из ТикТоков, Инстаграмов и других социальных сетей. А затем пытаемся понять, фейк они или же нет. Сегодня будет сочный выпуск, в котором мы очень сильно сломаем PUBG Mobile, так что обязательно смотрите его до конца. А также напоминаю, что теперь каждое видео я разыгрываю либо 500 G-коинов, либо 300 UC, смотря где играет победитель. Для участия нужно всего лишь подписаться на канал, написать комментарий с любой идеей, шуткой и так далее. Главное по теме ролика. А лайк даст плюс 10 к победе. Вот победители из прошлого видео, но всем, кто участвует, желаю удачи. Наливайте самый вкусный чаек, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Ну а начнем по нашей изменчивой традиции с ПК-версии. Смотрим. Хорош. Отбил, б***ь. На нем любимый игрок Артема засел в будке и начал откидывать смоки. В это время к нему в будку летит хаешка, и он ее как ни в чем не бывало отбивает смоком. Вопрос, возможно это или же нет? На видео кажется, будто бы да, но верить своим глазам мы не будем. Смотрим видео с Артемом и проверяем лично. Ну че? А ну, ладно. Че думаешь? Че думаю, то что мы сейчас будем 1000 лет снимать, вот че думаю. Ты думаешь, это реально от гранаты было? Не от порожика, который снизу белый? Я думаю, да. От гранаты, думаю. Ну, пойдем попробуем тогда от гранаты, если. Ну, пойдем попробуем. Пойдем. Партнерку дайте, Сеньке, б***. Ну, в натуре дайте, пожалуйста. А нет, она от порога, я пересмотрел. Думаешь, от порога? Да, там на видео прям видно, что она от порога. Ну, а там типа, что он гранату отбил. И типа Сенька сам это сказал. Ну, Сенька моргнул просто, я думаю. Ну, вообще, знаешь, как можно проверить? Ты кинешь осколочную, и я кину туда смок. Типа, будет ли вообще коллизия у них? Не, там на видосе видно то, что он от этого, от пола отбился. Так, что это за место было? Ну, ты сможешь угадать, или это бесполезно? Да это вообще любая будка на Миромаре. Ну, они же, да, плюс-минус там с порожиком одинаковые. А, это, короче, где-то рядом с Лос Леоносом было. Там эти стоят. Краны. А, ну-ну-ну. Угу. Так, по-моему, я нашел ее. Опа! Опа! Правильно, отгадал. Да. Так. Загадка Джек от Фреска, попробую отгадать. Так, и как мы это делать будем? Как? Для, во-первых, на тебе рюкзак. А что ты гранаты дай мне? Тебе осколочный получается, на. А я себе дымовые возьму. Да вот так вот было, он покинул, и все, она вот полетела, смотри. Да он там отразилась, да, ну типа... А ну-ка, покажи, как они рикошетят. Ну как-то так вот. Ну да, кстати, она также там примерно отлетела, типа так слабенько. Такой слабенький рикошет. Так, ну давай на счет 3. Кидай. Ой, еще будет. Кинь сейчас, вот как ты будешь кидать. О, пойдет. Давай на счет 3 кидай. Раз. Два, три. Ой. Че ты будку-то кидаешь ко мне? А вот. Кинь сейчас, сколько кидать будешь. Опа. Вот давай на счет 3. Раз. Два. Три. Давай, раз. Кинь куда будешь кидать, чтобы я наметился. Давай. Раз. Три. О. По-моему, идеально. Ну, чё-то типа, надо еще разок. Два. Три. Ну это ж фейк, Илья, ну зачем да. Зрителей тут так, убивать? Так нет, мы просто должны показать, как это визуально выглядело, почему это фейк. Да, понятно, что это просто фейк. Вот так. Просто Сенька моргнул и не понял, что это да. От порожика рикошет был. Старый уже. Раз. Два. Три. О. Во. Идеально. Да, типа идеально того. Баланс. Да. Ну только, конечно, не так, ну вы суть, короче, поняли. Типа да, там да. Просто был очень жесткий тайминг у Сеньки, и поэтому там реально кажется, как будто это рикошет от гранаты был. Но гранаты коллизии не имеют, поэтому это фейк такой случайный получился, да, Артём? Ну. Так что да, гранаты друг к другу коллизии не имеют, а значит видео фейк. Просто из-за жесткого тайминга показалось, что хэшка отлетела не от порожика, а от дымовой гранаты. Но как вы поняли, это не так. Да еще и звук в ТикТоке наложен, это тоже добавляет фейковости. Идем дальше.
Уже этой зимой выходит долгожданный киберпанк, если, конечно, его снова не перенесут. И что если я скажу, что ваш комп его точно потянет, даже если это очень старый ноутбук? Вы спросите, а как же так? Все благодаря сервису GFN.ru. Это сервис облачного гейминга от Nvidia. Если говорить простыми словами, это виртуальный компьютер с неограниченным запасом мощности. Вы подключаетесь к нему через интернет, логинитесь в свой аккаунт и играете в любые игры на ваш вкус. Главное иметь эту игру в Steam, это важно. Игра запускается на компьютерах Nvidia, вам приходит только приятная картинка, которую можно управлять в реальном времени. Ничего качать не нужно, игра сразу готова и ваш компьютер никак не нагружается. Главное, чтобы был хороший, а желательно отличный интернет. Watch Dogs Legion уже доступен в сервисе, а Assassin's Creed Valhalla и Cyberpunk будут доступны с первого дня выхода. Но в ожидании этих релизов вам будет чем заняться, ведь сервис поддерживает более 650 игр. А по премиум подписке можно играть на видеокартах Nvidia RTX и ощутить всю красоту трассировки лучей. Ссылочка в описании, переходите, играйте, а мы продолжаем. Второе на сегодня видео из ТикТока, и это, конечно же, PUBG Mobile. За пару дней на нем 400 тысяч просмотров, и давайте глянем, что там такое. На видео снова арабские фокусы. Чувак перелезает через забор, его штырит и поле зрения увеличивается. Он повторяет ритуал и зрение увеличивается еще сильнее. Вопрос, что здесь вообще происходит? Монтаж это или мобайл в конец сломался, погнали проверять. Но сначала покажем ролик Артему. Че это? Это что такое вообще? Грибы? Это где записано такое? Это PUBG Mobile. Не знал про такое. Штырит не по-детски чувака. Когда и он... что, мне сказать, фейк это или не фейк? Ну да. А я откуда знаю? Там мы же проверяем уже 50 выпусков. Ну давай проверим. Наверное, не фейк, раз PUBG Mobile. Ну, я типа подумал бы, что это фейк, но, по-моему, нереально так смонтировать, чтобы это было вот на таком программном уровне. Ну да, наверное, да. Ну давай проверим. Ты чё это? Ты чё вообще? Let's go. Смотри, вот это давай, вот кстати, это место. Да? Или я ложусь? Ты ложись. Так. Ну, что-то не шторит меня. И чё? Не шторит. А меня не прёт. Значит, фейк. Как вы поняли, видео фейк. А на этом у меня сегодня все. Всем удачи, всем пока и до скорых новых... Ладно, я же не Артём, шучу. Мы пересмотрели видео, досконально изучили, что нажимает автор, поняли и пошли проверять снова. А, он просто прыжок нажимает. И садится потом. Да, он садится, Артём, он садится. Офигеть! Ща. Сейчас что-то будет, Артём. Сейчас что-то будет, Артём. Ой, сейчас что-то будет. Артём, было. Было? Прикинь, узнали? Прикинь, реально было. Сейчас еще увеличу. Охренеть. Увеличь! Артём, ура! Охренеть, смотрите, ребят, какой вид. Короче, подходите сюда, тыкаете прыжок, потом садитесь и чекаете низ. Я сейчас жесть как увеличил. Оба! Увеличение пениса в домашних условиях. Оба! Далее мы решили пойти в новую катку, так как время закончилось, и пораздувать такой баг еще сильнее. Все, раздуваю максимально. Фишай. Давай раздуй. Я не знаю, как он там раздул его так быстро за два клика. Он по чуть-чуть раздувается, начинает. Может присесть нажать 50 раз. Кстати, может быть, все, там. Все попробую. Как-то это дрочь. Да, походу он реально дрочь. О, Артём, на туре. Лайк, кто не дрочь. Not not. В этот прекрасный месяц. Жесть, я раздул тут. Мне сейчас это стошнит тут на клавиатуру прям. На PUBG Mobile. Это походу максимально, кстати. Да, я пыхну. Давай, пыхни. У меня ноги длиннючие. Я в жизни так же выгляжу примерно. Чё надо нажимать? А, смотри, покарабкаешься, нажимаешь Shift и C много раз. Типа бежишь и прыжок. Ля, жмыхнуло. Так даже приятнее играть, на самом-то деле. Это как в клипе Моргенштерна, знаешь. Да. Как дела? Ура, Морген дропнул новый трек. Неплохо, кстати. Ебу! Сейчас я тебя скину, что у меня тут. Ты понял, о чем я, да?
Да я тут просто наелся снюса. Нихера себе у тебя. А можешь записать? Да, я могу побегать даже. Давай. Вот такие вот у меня ножки. Можно ножки смотреть свои ходить. Короче, нормально мы так с Артёмом нажмыхались тут. Жмыхнуло нереально. Новый снюс 500 грамм никотина. Охренеть, блин. Что происходит вообще? Кстати, можно так и чекать, типа, прям спокойно вот так вот раз, боком так. Фишаем своим, чекнул, убил. Потом опять раз, чекнул, убил еще. Ну, нереальный баг, короче, суперский. Давай еще раз попробуй багнуть. Ты что хочешь? Где тут? Чтоб у тебя вообще... Да, хочу взлететь. С ума сошел. Чтобы меня в больнице от снюса откачивали. Ну иди назад. Скажи, куда мне идти, я не понимаю вообще. Видишь меня? Да. Вот иди за мной. Так, кстати, как будто вид сверху вообще в папке. Охренеть. Да вверх ногами хожу, у меня вообще ничего не... Ребят, мы изобрели вид сверху просто. Кайфарик, сука, наелся говна своего. Может, ты ляжешь? Я себе до говна вообще... Не-не-не, я по КМам хожу и типа вижу. Сейчас я запись врублю, посмотрите. Ты продолжаешь ломать, да? Да, я тут смотри, короче, езжу просто. Как будто Тони Хоук этот, игрушка такая. Не, ну у меня тоже вид сверху тут прикольный. О. Все, у меня тоже бэт-трип пошел. Наели снюса, сидим, записываем. О! Мне кажется, я сейчас до твоего уровня дошел. У меня вообще тут просто непонятно что. Ну что, короче, вердикт, Артём. Я думаю, тут бесспорный вообще момент. Это не фейк, определенно. Да. Пользуйтесь, веселитесь. Короче, не забудьте, главное, бежать и нажимать С. Не забудьте снюса поесть перед приколом. Не С, да, а присесть. Дабл эффект будет. Главное, не бросайте, старайтесь. Вот Артём хотел бросить, сказал, это фейк, да? Вот только прикол пропустил. Не сдавайтесь, мужики, по жизни. Никогда не сдавайтесь, мужики, все. Смотрите, Игорь Вотенко. В общем-то, видео не фейк, и такой прикольный баг, и правда работает. Можно бегать с видом сверху, можно вообще сломать себе глаза. Короче, побаловаться точно стоит. Ну а мы летим дальше. Ну и последнее на сегодня видео. На этот раз из Инстаграма. Смотрим. На нем два тиммейта преследуют врага на мотоцикле. Один из них выпрыгивает, багуется и в полете с калаша убивает врага на мотоцикле. После чего садится назад и продолжает ехать, как ни в чем не бывало. Мы проверяли похожее видео, но там цель стояла на месте. Здесь же будет вообще нереально, либо очень-очень сложно, но постараемся справиться. Показываем видео Артему и проверяем. Смотрим видео. Смотрим. Ой, какое шикарное видео по Pop Mobile. Да го проверим, думаю, не фейк. Осилишь? Такое уже. Да, осилю. Снайпер. Ну, естественно, за подписочку осилю. Ну, как иначе, Артём? Не иначе, все, давай. Все, руки жмем, как всегда. Культяпку твою, ангарскую. Пожал. Да. Влажную. Далее мы упали в Джорджиполь, нашли два мотоцикла, оружие и пошли проверять. Бикини, если с первого раза повторю, это же вообще обосраться. Мне кажется, у тебя все шансы, Артём, ты у нас вообще красавчик. Вот давай сейчас напрямую выйду, попробую просто побаловаться. Ко мне сейчас сядет. Вот, давай. Да я нажал, кстати, он не сел. Может, скорость сильно большая? Да ты... А ну. Да ты за... А хочешь, чтобы я Моргина включил? Да. Я нажимаю, ничего не делает. Странно. Пробуй вот сейчас. Блин. Я когда Богдана убью, у нас же катка кончится. Да. Я обратно сяду. Да ты успеешь сесть. Ты убить не можешь, а сесть можешь. Готов убить его? Ты сесть попробуй для начала. О, красавчик. Все, Богдан, давай разгоняйся. Ужас какой-то. Все, так, давай. Богдан, давай, ехай. Я пойду ехай. Моргина убью уже сейчас. Давай, разгоняйся. В трэп-доме. Давай. Да и... Ой, сейчас нанервничается Артём, напсихуется. Ой-ой-ой. Да нет, я просто не знаю, когда убить его. Скажи, когда его захуй. Ну ты когда приноровишься садиться. Ну все, поехали, я уже приноровленный. Богдан, гони. Быстро, не догонишь. Все, бить его. Давай. А, ну. Меня не бустит, знаешь. Давай, короче, сейчас вот все или ничего. Попробуем. О.
Вот-вот. А как? Ты два раза выпрыгнул, что ли? Нет, я попал. Меня как-то подкинуло еще. Давай-давай. Ой. Да, что происходит? В итоге Артём помер, и первая попытка не удалась. Мы перезапустились, позвали еще одного человека на всякий случай и пошли проверять. Но в этот раз были настроены серьезно. Ура, давай. Ура. Вот так буду делать. О, да. Hold up. Ехай. Все, давай. Я гоню быстро, не подъедешь близко. Громкость на 100. Давай. Богдан, тебе жопа. Ты его оседлал прям. У меня... Я в Богдана уперся и не смог обратно на мотоцикл залететь. Ну такое, конечно, я не мог предугадать. Скорая выехала. Давай. Уи-уи-у. Сейчас раздавит меня. Все, скорая на месте. Давай назад, Богдан, разворачивайся. Китус, наготове. Да, сейчас вот тут по стекочке как раз. Опа. О! Да, сейчас вот тут по стекочке как раз. Опа. О! Еху! Поехали, дорогие друзья! Поехали! Артём красавчик записал? Да! Все, тогда не фейк. Ух, как вкусно, ням-ням-ням, подписочки всё. На канал летят на мой. Ух, как же они летят. Все, по договору я захожу на твой канал и подписываюсь заново. Вот так вот, просто так, подписочка, спонсировать сразу. 100 тысяч бокс в месяц. Все, поехали. Артём, как всегда, красавчик и свою часть по трюкам сделал просто отменно. Так что да, видео не фейк, сделать такое реально. Правда, лично по-моему, оно того не стоит. Лучше возите с собой УЗИ и стреляйте просто с места, чтобы не делать таких нереальных трюков. А на этом у нас сегодня все. Надеюсь, выпуск вам понравился. Если так, то с вас лайк и комментарий, и, конечно же, подписочка. Также не забывайте участвовать в конкурсе и подписываться на канал Артемки. А с вами, как всегда, был я, Илья, Кейсеникс и Артем Лифанов. Всем удачи, всем пока и до скорых-скорых новых встреч.